Всем привет! Сегодня посмотрим защитные очки компании InterTool SP2020. Очки пластиковые. В принципе, такой пластик толстый. Через очки видно нормально. Они не искажают. Дужки тоже из пластика. Ну, пластик немного мягкий, гнется. То есть, в принципе, я думаю, удобно будет. Нормальной формы. Не самые уродливые, которые могли бы быть. И по цене тоже адекватные. То есть, если вам нужны защитные очки, может, там с болгаркой работаете, ну или по какой-либо другой причине, заказать можно их у нас на сайте. Ссылки будут в описании. Если есть вопросы, обращайтесь, менеджеры вас проконсультируют.